Для чего разноцветная груда красивых цветов, одиноко лежащие в пыли над кладбищенском поле, выражают цветы радость, дружбу, любовь? Но зачем же они там, где царствуют слезы и горе? Поздно гробу нести дорогие цветы, поздно гладить уже неподвижные руки и холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди. Для чего раскаяние, слеза на холодной плите? Не согреют слова запоздалой молитвы прощения. Оборвется нежданное стремление к заветной мечте, и никак невозможно вернуть и исправить мгновенье. Поздно гробу нести дорогие цветы, поздно гладить уже неподвижные руки и холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди. Осознав бесполезность красивых прощальных цветов, одиноко лежащих в пыли на кладбищенском поле, подарите родным и любимым при жизни любовь и цените друг друга земной бесконечною долей. Поздно гробу нести, дорогие цветы, поздно гладить уже неподвижные руки и холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди, очень поздно, поймите же, люди.